Главная цель остается неизменной. Мы строим государство для народа. Сейчас на первый план выходит задача укрепить экономику и приумножить благосостояние граждан. Мир не стал проще, он стал интереснее, дал равные возможности и шансы. Уметь воспользоваться ими – вопрос будущего страны, ее независимости и успешности. Какой будет Беларусь завтра, зависит от каждого из нас. При этом надо помнить, что процветающей может быть только та страна, где существует баланс ответственности государства и общества за выполнение своих обязанностей. Где каждый заботится не только о себе, но и о родине. Где любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют, помогают выстоять в современном мире. Если мы будем работать достойно, по совести, то совместными усилиями сможем добиться поставленных целей и сделать жизнь белорусского народа лучше. И мы сделаем это, потому что знаем, куда идем и чего хотим.